Всем привет, друзья, с вами мы, Алдер. Продолжаем играть в игру Сталкер. И продолжаем искать пароль к двери. Я тут что-то нихера его не нашел в прошлой серии. Понятия не имею, где он лежит. Заебали эти бочки. Может быть, он на этом этаже. Может, еще где, кстати, это что такое? Может быть, еще где-то. Хотя нет, вроде бы не на этом. Нет, здесь пароль не может быть, наверное. Хотя, может, и здесь. Хрен его знает. Не знаю, где он лежит. Где он написан. Где еще... Может, что-то, блядь, вообще какая-то... Ух ты ж, блядь, тут биологическая угроза вообще. Здесь что такое? Здесь какая-то аномалия. Здесь какая-то ебала. И тут. А что, зеленая жижа. А здесь, наверное, с радиацией. Ладно. Пойдемте дальше. Может быть, на этом этаже, может быть, на другом. Не знаю, блядь, не понимаю, куда идти. Так. Ну, и судя по карте, это непонятно. Пока что я не понимаю. Я не помню. Не помню, где у нас что тут есть. Здесь огонек. Блядь, да хорош ты, блядь, съеби отсюда. Не безобразничай, ну. Наверное, все-таки этажом ниже, я так полагаю. Там у нас дверка, как раз с кодовым замком. И нихуя больше. И больше ничего. По крайней мере, ничего я не нашел. Ладно. Ну, здесь, по всей видимости, мы все нашли. Нам надо искать теперь этажом ниже. Еще ниже, какой-то вообще, блядь, подвал спускаемся. Подвал подвалов, блядь. Подвал подвала. Где тут, блядь, заебали эти бочки летать, честно скажу вам. Вот, блядь, опять началось. Бочки летают. Здесь дверка. Правильно? Правильно. Нам надо, судя по карте. Судя по карте. А что, судя по карте-то нам? Я понятия не имею, что тут по карте. Может быть, карту больше достать, большего размера. Да, блядь, достал, ну. Вот, мне уже наебали, что характерно. Что характерно, мне уже дали пиздюлей. Блядь, и тут тупик, сука, как вот это вот говно меня достало. Здесь тупик, я ничего не могу найти. Здесь только вот эта вот аномалия летает какая-то, блядь. Что с ней, блядь, делать, я не знаю. Я в нее и стрелял в прошлой серии. Чего только с ней не делал, блядь. Болты кидал вроде бы даже. Ну и до пизды абсолютно все. Слушай, я сейчас сдохну. А это что такое? Стандартный патрон. Бронебойный патрон. У меня даже два вида патронов теперь. Ничего себе, что-то я не замечал вот этой штуки. Сука, да куда же идти-то? Твою же мать. Закрыто? Закрыто. Блядь, почему тут закрыто-то все? Как-то в обход, может быть, каких-то помещений. Карта очень скверно нарисована, блядь. Ты маленькая, хер разберешь. Так. Да еще темно, блядь. Еще и темно. Подождите, а вот здесь, может быть, пройти-то нам. Может быть, тут оно лежит? Тут оно. Тут оно. Тут оно, блядь. А где? Блядь, и тут тупик. Сука, что такое, блядь? Как мне выйти из этого говна всего? Здесь люк какой-то есть, блядь. Он закрытый, наверное. Ну, понятное дело, что закрытый, наверное. О, опять в харю прилетело что-то. Закрытый. Хуй на него, на этот люк. Пойдемте-ка мы пройдем вот сюда теперь. О, а тут... Подожди, а тут же подвал какой-то еще, ничего себе. Там хуй его бегает. Кто такой? О, ты кто, блядь? Спокуха, блядь. Где ты? А его как пиздить-то, блядь? Оно что-то... Нет, сдохло. Во, тут подвальное помещение еще есть. Ни хрена себе, блядь. А я что-то его и... проебланил. Ну, нормально, блядь. Нашли. Нашли что-то новенькое. Хорошо. Так, еще бы найти вот этот вот
парольчик сраненький, блядь, был бы... А что это за херня такая была, блядь? Кто ты, блядь? Человек, блядь? Или бывший человек? Что-то я такого... Кто это? Блядь, не написано. Что-то такого-то я не припомню. Здесь что-то есть, вот, судя по карте. А чего там такое? Какой-то тайник? Или нет? Опа, вот, дядя лежит, блядь, ну-ка. Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. 9524, ну вот мы и нашли пару. Слушай, я не буду брать тут автоматную. Я пока побегаю с калашом. 9524. Ну и чё, блядь, всё мы нас нашли с вами. Сейчас идем обратно. Хотя надо бы, конечно, что-то обследовать все. Вот тут что-то, какое-то помещение еще есть. Ну, дайте-ка я забегу прям на 2 секунды. Чё? А, здесь тупиковое оно. Так, водка. Водка, колбаса. Батон брать не буду, ну, пизду. Кстати, тут что-то вот еще лежит. Что там, блядь, упало? Оп. Антирадин. Холодильник открывается. А морозилка открывается? Блядь, так что? Морозилку-то открой, может, там что валяется, блядь. Ты что? Кстати, это что, кто, что за фотография? Фотография каких-то... как-то странно, блядь. Я во всей игре не встречал фотографии. Может, разработчики, блядь, прикололись, повесили свои фотографии в игре, в игрушке. Может быть, но не будем упрекать их за это. А я не знаю, кто это что за люди, блядь. А может быть, какие-то жители Припяти, блядь, Чернобыля, блядь, опять же. Хрен его знает. Сейчас, секунду, мы тут все. А здесь двери вообще нету, блядь. А все, здесь тупик, это тупиковая зона-то. Ящики нет, ящики, блядь, не хотят ломаться. Хуй с ним, я забыл пароль опять, блядь. Кстати, блядь. Кстати, идем к дверке, блядь, сейчас там поглядим в КПК. Вот, дверка. Дверка. Журнал. Найденный КПК. Код доступа 9524, точно. 9524. Да иди нахуй, заебало ты, блядь. 9524. Интер. Открыть дверь в командный центр. Мы находимся с вами уже в командном центре, блядь. Блядь, тут тоже дверки с паролем. Это что такое? Ух, нихуя, это прожектор, что ли, такой? Или что это? Нет. Хуй я знаю, что это, блядь. Здесь что? Что тут, блядь, за коробки? Контейнеры для хранения особо опасных веществ. Для особо опасных веществ, может быть, блядь, радиоактивных или какой знает, биологической угрозы, блядь. Каких-то, не знаю. А для особо опасных и все. Тут что-то... Эй, а что такое все покраснело-то? Секунду, блядь, я сохранюсь. Что все... Красное-то стало, блядь. Опа. Кто это, блядь? Это зародыши какие-то? Смотрите, блядь, я вот это вообще не помню. В натуре какие-то зародыши. Это на людях тут эксперименты проводили? Нихуя себе, блядь. Почему все краснеет, блядь? Или освещение так меняется? Ага. Туда можно. А сюда? Здесь какая-то лестница тоже же есть. Вот, лесенка у нас есть. О, кто ты, блядь? Блядь, ёб твою мать. Уйди нахуй. Я горю, блядь, что ли? Нет пока. Чё за херня, блядь? Кто это, блядь? Блядь, оружие заклинило. Какого хера, блядь? Дверь закрыта. Вон оно. Вот же оно. Оно дохнет, нет? Я не знаю, блядь, дохнет оно или нет. Вообще непонятно. Вон оно, наверх полезло. Что это, блядь, за аномалия такая? Что это за херня была?
Блять, еще вот она уже здесь. Ух ты, бляха-муха. Что мне делать-то, блять? Там папка какая-то валяется. Оно? Оно. Принести документы бармену. Принести документы бармену. Блять, все, нахуй, надо ебать отсюда, блять. Бегом, сука! Бегом. Бармен, слушайте, за бармена, блядь, срать и срать, между прочим, да. Бежать-то далековато. Я надеюсь, тут не она за мной не полезет, эта ебала, блядь, огненная. По всей видимости, нет, она там внизу остается. Ну и все, хуй на нее. Два раза, блядь. А, что это? Тайник. Блядь, да что, сука, меня это бесить, блядь, начинает? Почему бы я не в одном тайнике? Собачка. Почему я, блядь, ни в одном тайнике ничего найти не могу? Сколько уже их было, сколько мы находили тайников? Блядь, ни в одном, сука, ничего не лежало. Что, блядь, за тайники? Оба-на, оба-на, сколько тут всего. Антиреодин, аптечка, все, сдвинуться не могу с места, блядь. Выкидываем, что мы выкидываем с вами? Мы с вами выкидываем. Хуй я знаю, что нам с вами выкидывать-то. У меня, кстати, перевес-то небольшой. Может, консервы съесть, блядь? Блядь. Батон. Блядь, батон какой-то. Выбросить батон. Батон какой-то странный, блядь. Его выкинуть, съесть нельзя. Вот батон. Ну-ка. Нельзя его съесть. Батон странный, да. И он, ну, просто бред, блядь. Не переведено, что это хлеб-то, блядь. Радость туриста, блядь. Что? Защита лагеря. Задание провалено. Да идите нахуй свои защиты лагеря. Консервы. Радость туриста, блядь. Радость туриста, блядь. Что-то завтрак туриста, блядь, консервы назывались в Советском Союзе. Ладно, хуй с ним. Опа. Что, блядь? Секунду, нахуй. А что дверь-то не открывается? Там тайник. Гранаты, блядь. Да ну нахуй, почему дверка не открывается? Я с полной уверенностью был. Шел, думаю, что здесь эта дверь будет открываться, а это? Блять, это не открывается, как быть? Как же нам быть? Это огонек убивать, что ли? Каким образом надо нам убить огонек? Воды нету. Как нам убивать огонек? Здесь закрыта дверь, блять. Отлично. Где он вообще? Опять затуп, блядь, какой-то случился. Кто-то орёт, блядь, постоянно, нахуй. Здесь что? Здесь прохода нет никакого. Блядь, да иди нахер, блядь, заебёшь ты, сука. Здесь оборудование просто стоит, и больше ничего нету, блядь. Горю ведь. Что-то, блядь, тут полезное. Включить, выключить, но нету. О, а. Только энергетик. Банк энергетика, блядь. Ну, хорош. Хорош, все. Блять, а почему дверь-то я не могу открыть? Твою же мать. Может, вот это вот получится? Огненно. Хоть как-то. Дверь кто-то удерживает. Дверь кто-то удерживает. Замечательно, блять. А что у нас тут есть? Здесь нет ничего. Дверь кто-то удерживает. Хорошо. Хорошо, дверь кто-то удерживает. А, блять, что же делать-то? Я... думал, что вот эта дверь откроется. Блять, да она же должна открываться. Почему нет-то? Почему она не открывается? Посторонний вход воспрещен. Здесь проходов больше нету. Может, ух ты ж, блять. Ух ты ж, блять, патронов-то сколько. Че тут, перевес опять? Блять, целый килограмм, нихуя себе. Целый килограмм. Может, энергетический напиток нон-стоп. Отличный напиток. Содержит Татуин. Прибавляет силы. Слушай, давайте выкинем нахуй. Выпить. Выпить нахуй. Вот. Выпьем, блядь. Еще выпьем, блядь. Татуина нахуй. Турина, блядь. Что, блядь, у меня с этим татуином, нахуй? Что, в какой-то серии я уже такое пизданул. Кстати, бинтов, блядь, хоть жопой жуй. Хлеб валять, бред, блядь. Может, гранат туда кинуть? Дай-ка мне гранатку туда одну, блядь. Я! Сука, перегружена. Давайте еще татуина. Ёбнем. Татуин, граната. Что? Подбери калаш-то, блядь, ты чё нахуй?
Я как-то его выкинул, блядь, не очень удачно. А у нас гранаты. Вот на какую кнопку-то. Может, гранаты метнуть на дверь-то, блядь? Бух, нахуй. И кровушка потекла. Слушай, тут патронов-то вдоху. А! Это я коробку еще открыл. Граната. Перегружена. Понятное дело, что перегружена. Давайте еще ебнем тогда. Энергетика. По 300 грамм выпить. Слушайте, блядь, что-то какая-то жопа, если честно. Почему я не могу выйти отсюда? Там гранаты есть? Больше нету. А вон еще там гранатка есть. Больше нет гранат-то, ну. Вот засада-то в натуре, блядь. Вот хреново, блядь. Забывать все. Граната. Может быть, сюда вот гранату-то метнуть, на. Ну-ка. Ну и че? Да ничего, блядь. Да нихуя. Вот, пойдем по стрелке. Мы идем по стрелке. Я вообще хуевая, блядь. Ну-ка. Мы находимся... Прибрились. А, это все, это максимальное приближение. Блядь, это пиздец, я вам хочу сказать. Почему двери, блядь, не открываются? Почему, сука? Еще патроны? Да что вы, блядь? Сколько? Да еще вон коробочка валяется. Ну-ка, подожди, блядь. Патроны, блядь, возьми. Поднять предмет, отлично. Перегруз. Еще лучше. Сколько? Татуин, блядь, идет вход. Все. А здесь у нас что-нибудь есть? Здесь нет ни пизды. Бинты, блин, бинтов, конечно, еще бы взять. Хотя у меня сколько их там? 46, блядь, бинтов нахуй взять. Хоть жопой жуй, нахуй, этих бинтов, нахуй. Блять, ну все, здесь тупик, да? Тупик, хорошо, здесь тупик. А здесь? А здесь жопа. А здесь жопа. Летающая. Летающая жопа. Куда же нам надо идти-то, блять, я не понимаю. Здесь тоже ничего нету. Ну, может быть, ёбнуть вот этот огонёчек, блядь? Блядь, а как его ёбнешь, ну? Сука, я ёбнул его, ну. Да ладно, блядь. Серьезно? Я ёбнул огонёчек? Огонёчек? Что происходит, блядь? Глюк. Знаете, против мышей и крыс калаш не самое действенное средство. Группа 1 и 2, первый этаж. Группа 3, главный зал. 4 и 5, второй этаж. Ага, кого-то мне тут уже подослали. Блять, да сука, заебала эта херня летать. Подождите, а может дверь-то сейчас откроется? За мной уже кого-то выслали. Хорош, блять. Ну-ка, нет, ничего тут не открывается. Против мышей с калашом как-то не очень хорошо ходить. Нахрена по ним, блядь, стрелять начал, блядь, я не понимаю. И причем этот чувачок, стрелок, так и не показал нам лица своего. Ладно, хоть вот эта дверка открыта. Все, идем. Куда идем? К бармену идем, да? Задание, задача. Найти документы, принести документы бармену. Бармену. Хорошо. Как бы нам найти более такой легкий выход отсюда, блядь? Неужели придется пиздячить через все вот эти вот помещения? Хотя, на самом деле, тут не так и далеко. Да в рот, ебать, сейчас дойдем. Сейчас куда-нибудь дойдем. Вот так, кстати, вот лестница уже. Ничего тут такого и нету. Там на следующем этаже наверняка нас уже поджидает куча народу, блядь, которая тоже хочет наверняка спиздить эти документы, блядь, которые я только что нашел. Блин, погань. Что, блядь, ты что, хуел, что ли, блядь? Чувачок, блядь, тихо. Он сказал, пристрелю, блядь. Почему кровь-то не останавливает? Вот.
В ебло, Харвис, надо стрелять. Они по мне не попадают, кстати. Так, патроны. Есть. Патроны, что у него, калаш? Калаш обычный. Калаш обычный, там еще кто-то, блин, да? Нет. Блять, игра окончена, отлично, блять. А где я ее сохранял? Интересно знать. А я помню, где сохранял. С огоньком, блять. С огоньком? Да, точно. С огоньком, ладно. Ну, мы огонек-то знаем, как убивать. Так что тут займет времени буквально минутку. Бля, блять, хуй ты там рыгаешь-то? Так, спокуха. Так, есть. Это мы ёбнули. Сейчас берем документы. Сейчас надо сходить просто на второй этаж будет. Там взять все патроны вот эти вот. Да. И вернуться. Я пропущу наверняка, если это можно пропустить. Вот эту заставочку. А как ее пропустить? Блять, да ладно, нахуй, нельзя пропускать. Ёб твою мать. Сука, ни одна кнопка не работает. Ну ладно, блин, посмотрим еще разок. Как мы пиздячим мышек-то. Надо сохраниться сейчас обязательно, потому что это военные. Блин, они серьезно подготовлены. У них нормальный костюм, калаши, блядь, меня выносят прям сразу же. Видали? Чуть-чуть прям. А хотя у меня полная шкала здоровья-то была. Он чуть по мне попал, и все, пизда. Я сдох. Ну, все, есть. Погнали. Не шатайте только, блядь. Как раз сейчас наберем патрошку, блядь, для калаша. Много. Много. Их тут много. Здесь нет ничего. И неудивительно. Господи, блядь. Так. Антирадин. Патроны, блядь. Патронов прям целая куча лежит. Блядь, я перегружен, конечно. Сейчас надо будет пить. Сейчас надо будет пить. Пить много. Выбросить все, блядь. Блядь, да, сука, да, давайте выкинем все нахуй их. Пизду. Не очень пользительная вещь. Антирадин возьмем. А бинты я брать не буду. Патронов у меня 400 патронов от калаша. Чуть больше даже. Так, вес 58. Кстати, еще и по весу у нас освободился нормально. Можем еще что-то прихватить. Что-то важное. Ну что, пойдемте пиздячить военных. Красивых, здоровенных, блядь. Сейчас опять перед лестницей. Надо будет сохраниться обязательно. Где? Вот лестница у нас. Серьезные ребята, блядь. Уже все, шутки кончились. Это мы пиздячили бандитов, блядь, с одного выстрела. А с этими уже так не прокатит, нахуй. Где он? Да, блядь, что, сколько можно идти-то, ну? Да ебить твою налево. Вон он. Блядь, сколько у него пульта надо? Я почти обойму в него ебанул, на. Где он? Так, готов. Готов еще один. Еще один там будет сейчас. Готов. Блядь, вот этого прям повезло. Ёбнул, видимо, в глаз попал, ну. В глаз точнейшим. Ух ты, блядь, у него сколько всего. Аптеки, антирадин, консерва. Ребята подготовились прям серьезно, со всей серьезностью. Калаш обычный. Так, что там такое? Задание провалено. Да идите нахуй с вами с заданием, блядь, заебете, ну. Патроны. Вот патроны я возьму. Блять, перегруз. Перегруз, едим, значит, консервы. Вот, как раз 100 грамм в запасе. 100 грамм в запасе. Идем дальше, наверх, на поверхность. Все, выходим наружу, блять, наконец-то. Блять, вот я кривой, блять, а. Как я так не попал-то? Что ты, блять, делаешь-то? Получи! Ибо... Блять, я потратил на него столько патронов, блядь, почти две обоймы ебанул. Ну. Что за дела, ну? Патрошки взяли, перегруз, консерв, или хлеб, блядь. Хлеб съедим. Вот.
Хлеб мало прибавляет, прибавляет здоровье, консервы тут поэффективнее будут. Ой, блядь, человечка потревожил. Блядь, он дыхал нахуй. Перейти на другую локацию. Да, все, переходим. Нам тут делать больше нечего. Мы все выполнили, как бы. Все заданицы. Здесь. Малая 034. Мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032. Выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Сука. Выбраться через. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Сидорыч, блядь. На юг, значит, нам надо идти, да? О, тихо. Спокойно, блядь. Да, тут военных сейчас наверняка будет жопа сколько, блядь. Где он? Я не вижу ни одного еще пока, правда. Военная вертушка приземлилась, блядь. Это еще вообще прям меня радует, нах. Сука, и в ящиках нет ничего. А тут выход один. А здесь одна дорога, блядь. Выход один. Где они? Где эти вояки-то, блядь? С вертушки меня пиздячить не будут? Тут мне любопытство обуяло, блядь. Ну, хуй знает. Может, и не будут, может, просто мне уйти, блядь, пускай они там пиздячат, блядь, по всему, нах, что шевелится. Я сейчас тут сохраняшечку сделаю, и все, блядь, я лучший. И я убегаю, блядь, потихо. О, блядь, военный, сука. Блядь, уйди нахуй. Где еще? Ёпты, блядь, а вы-то откуда тут? Да откуда вы взялись-то, суки? Че вы там в канаве делаете-то, придурки, блядь? Блядь, игра кончится. Как чувствовал, сука, надо сохраниться здесь. Ну-ка, сейчас давайте загрузим. Как чуял, блядь, сейчас меня ёбнут. И точно, ёбнули. Чё нахуй я их убиваю? Где вертолёт-то, блядь? Вон он. Блядь, смотрите, блядь, пиздец, оружие заклинило. Потрясающе, блядь. Тихо, аптечка, блядь. Аптечечка. А мне вот сюда и надо. Ты подохнешь, нет? Блять, подох нахуй. Еле-еле. У меня что есть? У меня есть колбаса. Консервы. Все. Эй, да иди нахуй, я вас даже связываться не буду с вами. Пиздячьте там с друг другом. Вертушка улетела. Кабина от КамАЗа, блядь, почему она тут валяется в болоте, ну, какого хрена, зачем? Кто-то бросил. Стоп, радиация, блядь. Блядь, это пиздец, нахуй, я вам скажу. Что за хуйня, блядь, тут мало того радиация где-то. Ебашит, нахуй. Ну! Блядь, это я две обоймы ёбнул, блядь, на двух человек. Так, один готов. Один куда-то съебался, блядь. Вон он. Я вообще так-то не попадаю, по-моему, да? Сука, да иди ты нахуй. Аптечка. Так, аптека есть. Здоровье на максимум. Блядь, почему здесь радиация ебет? Я не понимаю, да? На мосту радиация. Почему, блядь, посередине дороги ебет радиация? Скажите мне, пожалуйста. Где ты, сука? А где военный? Может, его съели уж, блядь? Нет, он где-то там огрызается. Так, что у тебя есть? У тебя дохуя, что есть, блядь? Так, консервы. Калаш обычный? Калаш обычный. У меня прокачанный калаш, бляха. А все его съели, походу, да? Вон он, блядь. Хуя себе его съели, блядь. Готовченко, отлично. Все, можем идти, на спокойно. Там еще один чувачок был сзади. Я, блядь, даже не буду пытаться попасть в него, потому что это бесполезно, на мой взгляд. Сохраняшечка. Отлично. А где там контроль, переход-то, блядь, на контрольную точку? Где я? Хуеси. Вот я. А вот, прям близко уже. Не могу. Блядь. Чё, блядь, игрушка подлагивает, да ёпты мать.
Или, а, это я на shift нажимаю. Блядь, долбоёб, нахуй. Нет, игрушка подлагивает. Нет, нет, нет. Зря на себя погнал. Вот. Все, они вон... А это кто такой? Собака, блядь. Собака и Боров решили объединиться. Кстати, мы вот здесь вот не были, по-моему. Ну, не были и не были. Пойдемте. Вот ворота, как раз переход на другую локацию. Судя по всему. А нам туда и надо. А нам туда и надо. Эй, блядь, беги. Почему он быстрее бежать-то не может, а? Вот это вот, конечно, немного напрягает. Да, перейти. Хотя у меня вот сейчас стоит, как бы постоянно он бежит. Если он будет пешком идти, это вообще пиздец, нахуй. Тут игру можно полтора года проходить, нахуй. Так вот так вот, блядь, таким шагом, нахуй, это будет пиздец. Хотя вот шаг, да, действительно реальный, блядь. Как идет обычный человек. Человек, собаки, друг. Это кто там такие, блядь? Собаки, блядь. Человек, собаки, друг. Выбраться из темной долины. Рад, что ты жив. Да еще и заглянул к нам на огонек. Заскочи, поболтаем. Готов, нахуй. Классно, я с пистолетки всех вырубил, нахуй. Всех псин. А хули, блядь, надо калаш-то экономить. Сейчас на военных на этих потратили пиздец. Слушайте, а куда идти-то, ну? Где я? Я здесь. Блядь. Ох ты, блядь, мне надо на другую локацию. Можно, кстати, срезать, а можно и прямо просто идти по этой дорожке. Блядь, опять собаки, ну? Сколько вас тут, ну? Подождите, если я срежу... Да ёб твою мать, да кто эту карту, блядь, придумывал? Хотя нет, наверное, все-таки пойдем по дороге. Тут мост, я так понимаю, какая-то река, что ли, блядь, или что ли. Блядь, ты че на... Ох ты мразота, блядь. Ах ты жучка, блядь, недоделанная. Подбежала втихую и ёбнула, блядь. Где аномалия-то? Я не вижу ее. Ну-ка я сохранюсь, пизду вас, нахуй. Вон аномалия, впереди вижу. А... рядом нету. Какое-то типа еще поселение, блядь. Не поселение, а домишки. А что вот в них такое, понятия не имею. Что-то, блядь, местность, да, более знакомая, ну. А, так ёпте мать, так это же мы на первом задании делали. Это мне до Сидоровича надо добежать просто сейчас. Здесь бандиты были, наше первое задание самое. Че мозги ебу, блядь, господи, нахуй. Ой, блядь. А нам как раз надо до Сидорыча добежать. Тут уж нет, наверное, никого, я так полагаю, все-таки. Мы всех убрали. Секунду, блядь. А, нет, нихуя себе, блядь, смотри-ка, еще один бандюган. Гондурасы! Сам ты, блядь, гондурас, нахуй. Как, почему? Ох ты ж, блядь. Ну-ка давай, блядь, сейчас я его ебну. Меж глаз. Ох ты, сука. Ну-ка покажи ебало-то, блядь. Ебало-то засвети хоть разок. Блять, сучка. Серит нахуй. Ух ты. Так, готовченко. Серит, блять. Харю-то показывать. А почему кто, ну, это самое? Блять, еще. Я же все тут зачистил. Ничего, никаких бандитов не должно быть. Это тайник. Блять, вот это. Вот это, блять, тайник нахуй. А, нет, наверное, тайник-то вот это вот. Или нет? Да нет тут, блядь, никаких тайников, ну. Чувачок сидит. Так, с дробовиком. Мне он нахуй не нужен. Где ты? Он где-то вот здесь вот. Блядь, да где ты? Чё-то нет никого. Водяры, блядь. Ты что, блядь, делаешь? Ты, сучонка. Чё, почему так хреново я попадаю? У нас есть консервы. Ёбнем еще. Все, полное здоровье. Водки, блядь, смотрите, тут сколько немерено водер это. А, так она пустая, что ли? Суки, ящик водки заглушили. Я думал, хоть мне что-то останется. Вот у нас тайник. Тайник. Ну, ладно, хоть тут водяры возьмем, пару бутылей.
И все, это весь тайник. Телек, блядь. Что за модель? Непонятная нахуй. Модель. Чувачок, что у тебя есть? У него калаш есть. Ух ты, блядь. Этот человек, чувачок богатый, блядь. Среди своих. Все, что ли? Не, он еще бегает. Куда ты побежал? Куда ты побежал, дурачок? Кстати, здесь где-то еще, блядь, есть тайник. Судя по всему, а где? Мне прям интересно. А, наверное, на крыше где-нибудь здесь. Вот, как-то залезть, блядь, вот. Вопрос на миллион. Как? Так лестница же есть. Че я мозги-то ебу? Господи, блядь, вон тайник. Ну-ка, погоди-ка, погоди-ка. Сейчас мы тут тайничок-то вскроем. Спорим, там нет ничего, блядь. Фу, артефакт. Здоровье плюс 400, блядь. Пулестойкость минус 10. Удар минус 10, разрыв минус 10. Так, возьмем. Здоровье 400. А у меня там какой камешек-то? Пулестойкость минус 10. Здоровье. А это что? Кровотечение минус... Это что? Выносливость 73. Давайте поставим ломоть мясо. Здоровье плюс 400. Отлично. Сколько у меня здоровья-то, блядь? Не написано нигде. Судя по всему, нет. Ну, ладно. Будем считать, что дохуя. Просто, блядь, дохуя здоровья у нас. Так, тут ебнемся. Пойдемте, все, к Сидорычу, наверное. Потому что, что тут мозги ебать? Затем, что ли, дурачком за одним гоняться, блядь, тоже? Не очень хочется. Тут трупешники еще, кстати, вот с той операцией, блядь, остались. И что-то не пропадают. Где вот он? Он где-то вот здесь вот сидит. Да и, блядь, вроде тебя ебать, нахуй. Сиди там дальше, нахуй. Надрачивай. Так, все, идем. Это кто? Это свой. Это свой, причем там... А че вы сюда идете-то, блядь? Я уж тут всех перебил, блядь. Оружие убрал. Нахуй иди. Нахуй сходил. Че тебе надо? Ты че, это пустой, без защиты ходишь? Жить надоело, что ли? Тут же за каждым кустиком аномалия. Раз, и в дамке. Тут без защиты даже пи-пи делать не рыпаются. В миг дозу схлопочешь. Ты это мне хотел сказать? Че у тебя? Деньги 5000. Деньги 5000. Так, это я тебе продам. Это у нас что такое? Выносливость. Это я тебе тоже продам. Это продаем. Сейчас богачами будем, блин. Вот две каких-то этих, вот этих вот залупки. Продадим обе. Огненный шар. Радиация минус 20. Сколько там? А у него уже, блядь, сейчас не хватит деньжат. Так-то. Кровотечение минус. Это я пока оставлю. Кровотечение. Все. А вот это почем? 1600. 1600. Ладно, торговать. 700 осталось, отлично. У меня 42 тысячи. Все, съебал отсюда. Свободен, как фанера над Парижем. Доброго дня. Ну-ка, я тебе тоже сейчас что-нибудь впарю, блядь. У него тоже 5 тысяч. Ничего себе, богатенькие буратины, блядь. Радиация минус 650. Так, забирай. Здесь это у нас... Это нам надо. На 2275 торговать, отлично. Все, пойдемте к Сидорычу. Теперь, подожди, а где Сидорыч? Секунду, блядь. Так, так мне не к Сидорычу надо. Или к... Нет, это мне не к Сидорычу надо. Хотя Сидорыч прям где-то здесь рядышком сидит-то. А почему он сказал, я без защиты, блядь? У меня костюм половинный, блядь. Еще пол костюма есть. Я немного не понял, блядь. Я не туда пошел, что ли, блядь? Мне надо... Стоп. Нет, все правильно, я иду. Че вам, блядь? Все нормально. Вот дорога. Сейчас мы выходим на дорогу, на дорожку идем. Контрольные точки. В общем-то, давайте-ка мы вот тут на остановочке остановимся. Да, вот там мы всех поубивали. На остановке остановимся и будем продолжать в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.